Жильцы 7-го дома по улице Лазурной ждут от чиновников городской администрации пересмотра постановления. Летом этого года мэрия дала добро на перевод площади одной квартиры в новостройке из жилой в нежилую. Телеканал «Первый областной» уже рассказывал об этой истории. Квартира расположена на первом этаже. В результате такого перевода жители сетуют на то, что владелец будущего салона красоты нарушил одну из статей Жилищного кодекса России, не спросив разрешения у остальных собственников. На это же, кстати, указали и в жилищной инспекции. А в городской администрации тем временем для принятия или непринятия мер ждут окончания проверки УВД и прокуратуры. Мною, как главой администрации города Орла, дано поручение первому заместителю управления градостроительства администрации города Орла об ужесточении требований при переводе помещений из жилого в нежилое. Это связано с тем, что в последнее время участились жалобы жителей по вопросам перевода. И более того, выявлены факты предоставления поддельных протоколов общего собрания собственников жилья.